Карамба ТВ представляет. Здорово! Слава богу, следующее видео не обучающее, а просто познавательное. С виду обычные китайские кроссовки. Хотя это уже больше похоже на фокус, чем на мастер-класс. Секрет заключается вот в чем. Мы берем ножнички и потихонечку отрезаем вот эту эмблемку. И что мы получаем? Тут даже они сделали такие штучки специально, чтобы легко было это оторвать. Оп! Да это же знаменитые эмблемы для разведчиков! Или китайский вариант матрешки. Наверняка, если разрезать эти кроссовки, то там внутри будут туфли. А если потом разрезать и туфли, то исландцы можно найти. Странно, что у нас этот бренд не очень идет. Опа! А вот этот пойдет. Представляете, если кто-то случайно будет заходить в магазин 2 дня подряд, а там такие изменения. Извините, мне кажется, ли вот эта вот модель вчера была другой фирмы. Я вот мерил ее, но из-за дурацкого бренда не стал брать. Да не переживайте, эту марку просто более крупная фирма купила. А теперь продала, а теперь опять купила. Вообще, с любыми приобретениями из Китая лучше поаккуратнее. Один дядя женился на тете из Китая, раздел ее, а она из Таиланда. И не тетя. А теперь энергичная рубрика от монстра. В Индии один угонщик мотоциклов после смерти реинкарнировался в быка и принялся за старое. Так, хозяин ушел, копов нет, поехали. А что? Там корова священное животное, если его поймать, ничего сделать не смогут. Но этот бык не как типичный байкер. Он очень любит мотоциклы не за хром и рев мотора. Он любит их по-настоящему. Бык хотел завести мотик, а завелся сам. Вот так этот рогатый монстр испортил такой хороший аппарат. А теперь как-то даже неловко назвать мотоцикл или байк в мужском роде. Да, детка, у тебя такие красивые рога. Хорошо, что под рукой оказалось ведро воды. А то бы через какое-то время байк привез бы маленький мотороллер в мотоколясочке. В нашем языке великое множество пословиц и поговорок. А с недавних пор у одной из них появилось собственное видео. Как с неба свалился? И вообще, откуда он нахрен появился? Откуда? Ну что, использовал джетпэк? Или как в компьютерной игре вылетел с трассы и его вернуло аккуратно на место вылета? Хотя тогда он какое-то время мигать должен. А может, на велосипеде с камерой просто едет чувак, которому пружину удалили? Тогда над ним нельзя смеяться. А вот верхнему плевать на больных. А зря. Если бы он на полметра ближе приземлился, не миновать им изобретение двухэтажного велосипеда. Тандема, так сказать. И регистрация однополого брака. Но в этот раз обошлось. Хотя его появление должно стать загадкой века. Как падение челябинского метеорита. Хватит смотреть теннис. Выпей монстра. Я нашел видео, которое прольет свет на многое в СССР, чего якобы не было. Особенно первый ответ. Бабуль, как вы раньше занимались сексом, можете сказать? Под одеялом, ничего не видела. А почему ничего не видела? Почему? Лежим, сначала поймешь, потом лежим. То есть это она сама не в курсе была, когда забеременела? Или они в СССР как попугаи были? Как только накрывают одеялом, сразу засыпают. Короче, бабуля на протяжении всего интервью мочила. Как вы вообще к сексу относитесь? Нормально, сейчас. Сейчас можете, да, вообще? Не тут вопрос. Что, обалдел, 73 года. Если честно, я даже не понимаю, почему эти подростки прицепились к бабуле. Но они выпросили у нее всю подноготную. А вы знаете, что такое слово миньет вообще? А как же? Вы делали его? Боже, сохрани. Нет? У меня рот для того, чтобы кушать. А вы знаете, что такое анальный секс? Конечно, в жопу ебут. Короче, как вы поняли, бабушка осведомлена во всех подробностях. У меня создается ощущение, что она такая сексолог-теоретик. В теории знает абсолютно все, но ни разу не пробовала на практике. К ней просто приходят за советом, как разнообразить свою личную жизнь, что новенького попробовать. Да-да, любви, радости, секса, молодежь. Да, вот. Вот, и расскажите что-нибудь еще о сексе вообще. Чтоб стоял, как верхушка на елке на Новый год. Как верхушка на елке? Тетя Снегурочка, скажите, а куда делась звезда с верхушки елки? И почему там теперь странная штуковина? Она не странная. Просто ты еще не доросла до нее. И поверь, она намного интереснее, чем звезда. Это был Плюс 100-500. Меня зовут Максим. Пока!